Последние штрихи и конструкция готова. Почти. Нулевой беговой километр готовится выйти из мастерской. Он будет символизировать начало большого спортивного пути каждого горожанина и всего Владивостока как беговой столицы России. Инициатива создать арт-объект принадлежит беговому клубу Run DNS Run. Его по согласованию с администрацией Владивостока установят в районе спортивной набережной вместо одной из опор уличного освещения. При том, что он также будет выполнять функцию фонаря, горожане смогут начинать от него свои ежедневные пробежки по тропе здоровья. Суть в том, что от бегового километра можно будет рассчитывать дистанцию. К примеру, до стадиона МГУ имени Невельского маршрут составляет около 2 километров. А когда тропа будет продлена в сторону мыса Кунгасный, дистанция станет еще длиннее. Так как наше беговое сообщество уже довольно выросло за последние 6 лет, и мы решили создать что-то вот такое, чтобы у нас было. И решили, это будет арт-объект, который будет обозначать беговой нулевой километр, то есть некую такую точку отсчета, то есть обозначающую то, что любой марафон, любая дистанция начинается с шага. И вот мы придумали, что это будет беговой арт-объект, и он именно будет полезен всем бегунам. В основании конструкции более 1000 медалей 15 видов, прошедших во Владивостоке международных марафонов «Мосты Владивостока» и ледового полумарафона «Honor Владивосток Ice Run». Их общий вес превышает 100 килограммов. Беговой клуб «Run DNS Run» собирал их 5 лет. На каждый марафон медали заказывали с запасом. Воплощает идею в жизнь Павел Шугуров. Самое сложное, конечно, в этом всем, то, что каждая медаль, она, знаете, привлекает к себе большое внимание. Вот, и, соответственно, а у нас здесь будет такой столб с 1000 медалей. Соответственно, мы очень боимся то, что людей это будет так, в общем, возбуждать очень сильно, что они начнут это как-то там, я не знаю, вандализмом заниматься, пытаться, не пробежав, так сказать, забрать себе медаль какую-нибудь. Вот. Но мы надеемся, также верим в том, что горожане наши сознательные. Вот. Ну и пытаемся укрепить их максимально, медали к столбу. Открытие бегового километра запланировано на субботу 26 сентября. Тогда же состоится и первый забег от арт-объекта. В будущем беговой клуб Run DNS Run планирует продолжить традицию и установить еще несколько подобных конструкций в популярных у бегунов местах. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.